сегодня еще не накупался? Я еще хочу купаться. Очень. It's only for you, special show for you. Without stop, quickly. Ну что, парни, все только для подписчиков. Сейчас мы запускаем сюда крузак на стоке. УАЗик когда ехал, у него за капота вода доставала. Но через двери вода вовнутрь не попала, так что шансы есть. И Петров. А там, где Петров, там начинается все самое интересное. Открыли. Волну не нагоняй! Леха сухой, да? Вот он, герой нашего дня. Сухой. Пипец. Просто пипец. Я доставлена. Целости и сохранности. И сухости. Понятно, что вот эти вот два брата возникли в результате природных явлений, то есть ветра, эрозии и так далее. Но есть легенда, в которую верят многие люди, и в прошлое, и в наше время сюда приезжают всякие экстрасенсы, экзотерики, заряжаются энергией, потому что здесь живут духи. Ну, как врата в Гипермарею, такая северная страна, которая, может быть, не существовала.
Всем привет! Хочу поделиться с вами моими впечатлениями о поездке на север. Собирался сюда 4 года, никак не мог перебороть свой психологический барьер в июне попасть на север. В этом году, спасибо Диме огромное, все-таки я собрался и приехал. Я ни капли не пожалел, пацаны, это вообще нечто. Посмотрите этот вид, который эмоции просто переполняют меня. Просто такая красота. Это только третий день. Мы уже побывали везде. Почти. Но стоит еще все посмотреть. Короче, собирайтесь и езжайте, не пожалеете. Такое надо испытать раз в жизни. Тем более побыть здесь. Домой вообще неохота. Скажи свои впечатления. Каков впечатление? А вот чего? Об этом всем увиденном. А тебе с матом или нет? А? Тебе как цензурно или нет? Как хочешь. Красота. Дима. Все? Бобик сдох. Толкнуть надо. Посмотрите, этого можно было не делать. Садись на него. Оп! Хорош! За ним уберите еще на этот самый. Он да, его долго тут будет. BRP, техника превосходства. Что еще можно сказать? БТР вверх ногами, а BRP на нем. Так ведь? Ласточку давай. Мне относятся как к члену семьи. And I feel very blessed to be here. И мне очень приятно находиться здесь с вами. На самом деле я не знаю, что он сказал, я просто так импровизировал. Спасибо. Леша, Алекс. Did I say it right? Ольга Соколова, Маша. Леха в порядке. Здрасте. Витя. Не пали. Толкай девчонку вот эту. Галочкину привет от Жанны СР. Тоже привет. Галочка. О, Германия. Германия здесь. По-немецки можешь что-нибудь сказать? Я. Гигантенах! Андерфлугер! Люхенстрассе. Буквально. Олег. Категория, твои друзья. Олег. Андрюха, привет. Лех, твои друзья тоже категория. Заржавелый аппарат пролежал здесь лет 20. Великолепно трудно. Это советская техника. Советские подшипники. Made in USSR. О, а это самое. Андрюх. Андрюх присоединился к нам. Передай привет Андрюхе. Передай себе сам привет. Андрюха, привет. Ни разу себя не видел в России.
Ник АМКорп. Скажи ему что-нибудь еще. Ник. Ник. I love you too. Возьми это, подержи. I come from a land far away, but it's very similar. And it is awesome. Like, you guys treat me very well. And I don't know what to say. I'm just like, I'm happy to be here. And, you know, you guys treat me well. And if I could spread the word, like, it's like Northway. And it's like Northern Russia. Beautiful. Beautiful. Yeah. Yeah. It's like, oh, this is the best shit ever. Across the border, Austin. It was a little sketchy, but you know, it's like I just kept my eye down on it. And Victor, where's Victor? He was the negotiator. Victor, скажи что-нибудь о стокрузеру. Austin, we scared the shit out of Derek when we were crossing into the area because it's forbidden for the foreigners to come into here. So I scared Derek saying like, look, you know, if they're not nice, they just take you to prison right away and you'll go and take harvest the force down in Siberia. So Derek was scared as shit. Of course, I played it out. The guy was nice and said, yeah, you go with him, but you... Иностранцы плачут, плачут. Слушай, это что такое? Щупальцы, да? Слушай, они все какие-то такие полупустые. Это знаешь, похоже на что? Какие-то закаменевшие животные. Смотри, вот как позвонки чешуйчатые какие-то.
посередине. Я просто помню, там было где-то под руки. Ну что, не было? Было, было. Было, вообще, однозначно. Либо вода ушла немного. Ощущение от этого места. Охуенно!
Одним словом, да? Отюгенно, как говорил Дерек. Да. Футбол, футбол гоняет. Здравствуйте, уважаемые болельщики. Вы смотрите центральный матч сезона. Сегодня что-то должно случиться. Все эти дни только и говорили об этой встрече. Какой-то проклят. Или ушли с броя, или я уйду. Что-то ни то, ни другое не случается. Ну, посмотрим сегодня, что будет. А сегодня шансы будут. У Спартака есть, дорогие друзья. Армейцы решили, что. Сами они не в лучшей форме, ни за турнирную таблицки. Вот Вагнер Лав, красавчик, как он такой. Команда в хорошей форме, отдохнула. Правда, недавно Терек Грозный наказал Спартак, со счетом 3-1 они проиграли там. Ну что здесь происходит? Ого-го, ЦСКА начало подряд атаковать друг за друга. А это молодой парень вообще выпустили, они новый осетин, Загоев. И осетин тоже тренер, и вот новый молодняк, и сейчас очень много молодых они выпустили. Посмотрим, что они покажут. ЦСКА, эксперименты у них они начали делать. Вот посмотрим, после что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой пас выдает Вагнер Лау. И выходит Плетикоса, молодец, спасает команду. Загой подает, какой красивый навес, 2-0. Вагнер Лау забивает первый мяч, дорогие друзья. Стандартная ситуация, ну-ка давайте посмотрим, уважаемые друзья, что произойдет в стандартной ситуации, как разрабатывается ЦСКА. Пас, он... Березуцкий там выбил за предель. Он опять второе нарушение, молодого парня, кто это, Моцарт, нет, Штранцер, удар. Баба, вот он. Судья говорит, это же молодой парень, ты что делаешь с ним, эй? И вот как навешивает вот этот молодой Загоев, красавчик, смотрите, в ЦСКА появился. Вагнер Лав второй мяч забивает. К радости, к великую радость болельщику. Я видел, здесь большие, огромные автобусы стоят. И... Вот посмотрите, как я, какой красивый повтор. Новый молодой игрок, может быть, он раньше тоже был, что-то его не видел. Вот это да, какая лепота. Вот это матч. Спартаку сейчас надо отыгрывать, уважаемые друзья. Тем более такой большой. Игорь Акинфеев здесь стоит. Акинфееву даже не пришлось вступать в борьбу. Отсюда кто-то. Вот, Павлюченко, оказывается. Такой хороший навес был. Павлюченко попал в голову, но промазал. Ну-ка посмотрим, как это происходило. Ой, Павлюченко. До сих пор читает книгу, как не забывать... Голы. Атака Спартака, смотрит, быстро подает центральную площадку. Кто это? Павлюченко, сборник, игрок сборной на что-то возмущается. Смотри, говорит, это же он выпустил, за тобой угловой должен быть здесь. Через него ушел мяч. Ну-ка посмотри, вот быстро подает оттуда. И действует, вау, конечно, Павлюченко здесь прав. Чуть не задавили. Красавчик. Испания, Россия. Пас, пас, пас. Пас играем. Олежик. Молодец, молодец, нас Натар. Натар хороший. Охерела. Нагник пройдешь. Давай, давай, давай. Это не резиновая женщина. Эстония. Вперед! Вам 1-0, Россия победила. Бля, жалко без майк, я майк. Ну что, все? Все устали? Друзья, мы играли в футбол квадроциклами. И получилось так, что наш мячик сдулся. Я один только за всех! Олег, молодец!
оставайся здесь. От него можно что угодно ожидать. О, получилось кресло, кресло. О, кстати, парни, хорошая фото для футбола. Быстрее, пока он не сдулся. Андрей, можешь снимать. Подержи. Я сниму для оператора. Хорошо. Да, снимай. Давай. Двумя. Так. Парни. Раздувается, быстрее. Все, все, все уже. Наконец-то вы видите того человека, который делает видео. Который снимает эти видео. Да, благодаря которому вы все видите. And tell him the best part is you got the drone to work. Мы Waterriders сегодня, очень рад, Серега, еще раз. Вот. Вообще, это парни, вот реально я сюда приезжаю и встречаю их, они меня, и я понимаю, что я дома. Очень такие теплые парни, видите, я вот лето в Ушанке, сегодня какое число? 29 июня, да, вот в Ушанке, а они вот там маечка у него, трусики под низом, и все. Вообще ничего не голод, да. И волосы. Продувайка, они не мерзнут. Это реальные пацаны мурманские. Я видел, как они катают на снегоходах. Вот такие тоненькие одевают одежду и минус 20 катают. Я так не могу. Теперь там утираемся. Нет сил что-то говорить, уже устали очень. Ну, очень рад видеть парней. Вот просто хотел сказать спасибо, что приехали с нами пообщаться. Ну, так, короче, уважаю. Вам спасибо, что приехали. Да. Вам спасибо, что... Надеюсь, вы к нам когда-нибудь приедете, а? Waterriders, парни. Так, тут вот такая вот лужица, которую на мотоцикле я брать не буду, потому что ходили, мерили вейдерсами, как будто порыли экскаватором. Тут вообще очень глубокая яма, прям глубокая-глубокая. Ну и чтобы не мокнуть, будем...
нахуй. Немножко катаются бревнышки.